Всем привет! Да, сегодня Диана сегодня у нас красавица. Мы решили накраситься с Дианой сегодня. Сейчас я тоже себе тоналку сделаю, все. Придем себя в порядок. Потом хотим еще записать видео про Настин подарок. Вчера нам некогда было. Как-то день вообще вчера непонятно прошел. Да, пока мы... что дождь, что ну да, пока мы посуду перемывали всю, потому что нам уже не до посуды вечером было после дня рождения. И пока убирали все, еще такой ливень был ужасный. А вечером... Нет, ты говоришь не до посуды, так и воду выключили. Ну да, и Диана, ну ты просто красавица. Дай я тебя поближе вот так покажу. Это не руководство. Да, у нас все не руководство. Сережечка уже пришел. Сегодня дождь тоже был, и он пораньше освободился. Да, у нас уже какой день дождь, я не знаю. Так вот, вчера я хотела смонтировать видео с дня рождения. Да, сейчас он испугается нас. Сейчас мы посмотрим на его реакцию. Сережа! Я красивая? Что за боевой рассказ? А я? Пока не боевой. У меня вообще зеленые глазки сегодня, такие красавишные. Мы тут с Дианой сегодня переборку вещей делали наших. Сереж, ты должен мне какую-нибудь вот сюда вешалку придумать, потому что так невозможно. Все вещи висят на кровати. Постоянно все падает, да. Так хорошо провели мы день рождения, пели караоке, танцевали тут. Ну, короче, да, было очень весело. Я действительно оторвалась. За все 6 лет, как я вот была беременная, пока Марик родился, Максим, вот я, это мое первое день рождения, когда я действительно оторвалась. Нет, мы правда очень хорошо посидели. Да. Так хорошо себя... посидели, что конца у видео не будет. Нет, да, нет, но я знаю, что ты не говоришь, что мы всегда вот что только за столом сидим, вот я постоянно... Ну да, посидели, встали, ушли, да. Вот как будто нам, не знаю, 60 лет, мы сидим за столом, накрываем столы 3 дня, потом 3 дня убираем, а в этот день мы просто сидим и все. А тут мы и танцевали, и пели. И вообще очень хорошо все. Да, это правда было хорошо. Мы разошлись где-то в 2 часа ночи. Да. Ну, дети уже спали. Сережа как на нас тут орал. Дети тут спят в комнате, а мы там рядом поем караоке. Вы сейчас мне детей разбудите. И мне их укладывать. Сережа вообще молодец. Он уложил Максима. Марик сам уснул, правда. Но... С Алексеем. Да. Но Сережа молодец, он мне дал оторваться хоть один день. Дима нам тоже помог. Он Дима тоже, детей. Да, Дима смотрел он детей. С нами почти. Да. Вечером я хотела смонтировать видео на Дианином ноутбуке, но только села за него и выключили свет, и у меня ничего не получилось. Вот сейчас с утра мы проснулись, я уже смонтировала там, но правда видео вышло на 5 минут, но буферируется оно до сих пор. Там уже 3 часа, наверное, это прошло. Уже Диана, 100 лет в обед. Ну да, я вот сегодня иду домой и уже видео с дня рождения смонтирую у себя дома, потому что это невозможно. Если 5 минут монтируется так долго, то если 15-20, это весь день будет монтироваться. Да. Сейчас еще надо видео выгрузить нам будет. Мы сейчас распаковывали Настин подарок, наконец-то прочитали все. И после этих всех слов я еще больше поверила в себя. Я сказала, что я буду перечитывать это все, когда мне будет особо хреново. Грустно. Да. А Диана сказала, что у нас сегодня просто красавица. Да. Я с тобой согласна. После контуринга и хайлайтера особенно. Я хочу, чтобы все заценили, как я блещу. Она тут нам уже ходит. Смотрите, как я блещу. Уже устала им говорить, чтобы они хоть что-то мне сказали. Да ты красивая. Да. Изначально и без вот этого блещу. Ну, с блещу еще лучше. Да. Я тебя люблю. И я тебя. Вот. Заловка с невесткой. Все мы такие отношения, девочка. Не надо, то еще будут завидовать. Да, не завидуй. Ты плохая. Тебя. Надо вот так делать. И я плохая. Да. И вот так будет. Хоть Максим. Максюта, конфеты все съел уже с подарка, да? Нет, это я съел. Это не Би. Это не Биби. Это коробка. Ты знаешь, а коробка тоже новая была. Ты кофе обещала мне сварить. Давай. Я сказала, Сережа сварит. Сережа в жизни нам кофе не сварит. Он твою расческу делает. Давай, встаем. Уговорила. Ну, Сережа, на Новый год ты варил нам кофе и поднимал наверх. Диана, это было на Новый год. Ну, я помню. Раз в год. Так что давай. Иди работай. Арчи, что ты хочешь? Конфету? Я не дам тебе больше конфету. Пошел отсюда. Арчи, ну иди, пожалуйста. Он быстро на улицу пошел. Давай, давай, иди. Место. Там дождик, жалко его тоже. Не надо, жалко. У собаки будка. Да, Арчи, мы тебе будку для чего делали? Чтобы ты вот тут у нас на первом этаже жил? 4 злотых человека по месяцу. Арчи, иди домой. Скажи, я уже дома.
Не дадим больше. Не шути с ним. Я не шучу с ним. Вышел он, Арчи. Какой стол опять пыльный? Это потому, что я сегодня подметала. Да, подметали. И здесь тоже, вон. Ну, все выбрали. Я тебе не знаю, что говорю. Здесь, когда подметаем, нужно тихо мести, потому что мы скоро весь пол сметем. Мы каждый день почти тут подметаем. Сейчас покажу твою конструкцию. Вот наш козырек. Это будет крепиться к стене. Тут вот кое-что отпилить нужно, да. И еще вот тут такие перекладинки будут. И здесь несколько штук. Но это уже, наверное, не сегодня, да? Потому что сегодня мы должны пойти домой. Мы и так побили свой рекорд. Были здесь 3 ночи. Мы оставались самой большой на 2 ночи. Но мы вчера ездили, покормили Маркуса тоже. Вкусненько. Вы и завтра останетесь, и послезавтра. Да, и завтра мне тоже придется здесь остаться, потому что нужно будет готовить. И завтра еще у папы день рождения. Я предлагаю так сделать. Как? Ты с детьми здесь, а я дома. Нет, давай ты с детьми дома, а я здесь. С Мариком. Вот так я согласна. Я с Мариком здесь. Все наши с Витей здесь с детьми дома, а мы с Дианочкой идем к вам домой. И готовим там, а потом все сюда привозим? Нет, мы просто там. А готовить кто будет? Мы как приготовим, да, с Витей. Точно. Вот так. Витя хочет шашлык, Сережа хочет оливье. Каждый готовит свое. Ты и представляешь, если я приготовлю оливье? Сереж, я тебе верю. Я его приготовлю, но я никому его не дам. Даже тебе. Он его в этот же момент и съест. Так, честно. Опасно. Завтра будет сумасшедший я день. Я буду прятать опять по синдрому. Опять готовка, опять все. Завтра правда будет сумасшедший день. Мне нужно еще грибы наши не забыть с собой забрать, соленые. Куда едете? Как вы на белые камни? Сереж, ты меня убил, я еду с тобой. Мы там будем 4 километра кабель проводить. Это моя мечта. Неделю будем там работать. Уже холодно. У нас правда очень холодно. Потом идет дождь, живет. Сейчас вот покажу. Вот. Погода ужасная, дожди. И настроения нету никакого. Вообще такой холод ужасный стал. В Краснодарском крае обещают снег. Я надеюсь, что у нас он не пойдет, потому что мы все вымрем, наверное. Мы к снегу не привыкшие люди. Что там делаете? Я зайчик. А я повернись. Я пыталась сейчас загрузить видео на YouTube с Дианиного ноутбука, но дети мне все выключили. Потом еще раз пыталась, но опять ничего не получилось. И в итоге сейчас мы пойдем домой, я оттуда загружу. Все, мы уходим. Какие вы красивые. Я же говорю. Малик, зачем вы выключили мою загрузку видео? Он сейчас скажет, что это Алексей. Говори пока и пошли. Да. Пока.